В Югре для инвалидов упростили порядок получения выплат на покупку автомобиля. Решение приняли сегодня на заседании правительства региона. С предложением выступил окружной департамент соцразвития. Теперь органы власти сами будут запрашивать сведения об индивидуальных программах реабилитации инвалидов из федерального реестра. Такая мера поможет югорчанам, имеющим право на выплату, сэкономить время. Отмечу, что решение одобрено общественным советом при департаменте социального развития Югры.